Это последний собор города. Разрушенный дом старых богов. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошает. Ладно, здесь никого нет. Давай уже, перережь мне горло. Я так
прикрою тебя, друг. Свет придет! Если он покажется. Ерунда, но ты проверь. Если тут кто и был, сейчас он за мной наблюдает. Ты чего ты не делал? Вот так! Бей его!
больной! Ты в курсе? Город наш, но это миссия только начинается. Горячий кофе сейчас бы не помешал. Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Что это был за звук? Есть тут кто? Горячий кофе сейчас будет. Когда припасы будут отправлены вниз? Не так же, чем этот квартал, так же взносом! Самолетки на старике войти по себе. Иди со своим языком, друг. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Больше первых. Huh?
Кто? Поздно уже. Жутко устал. Плохо себя чувствую. Но это не мрак, а что-то другое. Попробую просочиться в Дейпорт. Плохо себя чувствую. Но это не мрак, а что-то другое. Надо быть осторожнее, или пойду крыс кормить. Стой! И прими рассвет! Не пытайся убежать от рассвета! Рассвет поможет мне найти тебя! Выходи! Будь мужчиной неверный! Чёртова головная боль! Даже целиться не могу! Thank you.
костях старого. Если бы эти камни могли говорить, что бы они... рассказали.
видел. Этот черт наверняка уже слинял. Наверное, показалось. Я голодный как. Это не может так... Некуда бежать!
все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона. Ворота.
пропали. Я не боюсь. Меня благословил Орион, и страх ушел. Я сам убил Громадова сразу в Грейнстоуне. Но эти твари противоестественные. Как думаешь, откуда они? Из-под земли выползли или из моря вышли? Но меня весь страх так включил. Как будто череп и вылезли из моих кошмаров. Он занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Если тут кто и был, сейчас он сбежал. Ты молодец, что проверил, брат. Так держать! Справлюсь.
Озаренные! Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Что? Там кто-то идет? Ничего интересного. Тебя!
врагов барона? Выходи! Наверное, показалось. Идем обратно. Когда мы выйдем из этих катакомб, это будет праздник. Сколько наших скинуло без следа? Убито тварями в темноте. Я думал, это все байки старых попрошаек, но они там есть, и их все больше. Они превращают нас в себе подобных. Выходи, или я пущу болт в эту тень. Эй, так это был человек. Видимо, ложная тревога. Эй! Стой! Когда мы выберемся из этих катакомб, это будет праздник. Сколько наших скинуло без следа? Убито тварями в темноте. Я думал, это все байки старых попрошаек. Да? Что это был за звук? Проверь, я тоже что-то слышал. О! А, стой! Не стой! Что-то не так? Иди, проверь, друг. А это больно? Выходи. Я как-то заглянул в сумку знахаря. При чем тут знахарь? Дурья башка. Наверное, показалось. Я же говорил. Орион. Помнишь? Он спасет тебя силой своей веры. Я помню. Что происходит? Возвращаемся назад, если никого нет. Ладно. Ладно. Буду наготове. Недооценили нас. Кому нужен сон, если рассвет наполняет жилы?
Достаточно сильно. Он ускользнул от меня. Я иду за тобой, неверный. Еще одну. Посмотрим, сможешь ли... Хитрый трус. Он ускользнул от меня.
План простой. Проникнуть внутрь и импровизировать. Сегодня мы, наконец, показали барону Нордкресту, что люди — кровь и плоть города, и что с нами надо считаться. Вашим мукам и страхам скоро придет конец. Друзья, настал новый день. Сила, что я дарю вам сегодня, отвадит от вас любую болезнь. Когда каждый будет помазан, мы отправимся с этим даром на далекие берега! Что ты наделал? Мне это нужно. Нам это нужно. Ты разве не понимаешь, чего мы хотим? Орион, остановись. И перестать помогать людям? Не пытаться облегчить им жизнь? Ты не помогаешь людям, а обрекаешь их на смерть. Поначалу им хорошо, но поверь, их тела не выдержат силу примали. Нет. Этот фрукт мой. Крысиный король. Опять по карманам шаришь? Давно я тебя повесить мечтаю, мастер-лорд. Но мне петля не нужна. Вот этими руками я с радостью выдавлю из тебя всю душу. Да уж, пора. Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить.
Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Ты ждешь, пока эта крепость обрушится на наши головы? Можно преподать генералу урок. Или лучше оставить его в покое. Отлично, ты для себя украл могилу. Я не убиваю людей, если этого можно избежать. Но как и еще кто-то, я не всегда следую правилам. Thank you.
Они прошли здесь, пока я разбирался с генералом. Я чувствую морской воздух. Выход где-то рядом. Thank you.
волка. Озаренные не скучали. Еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну.
кого ты видел? У меня нет на это времени. Заперты. А мы остались тут, внутри, с тем, от кого убегал Орион. Наш спаситель бросил нас? Ты сомневаешься в Орионе? Он дал нам все, что обещал. Все и даже больше. Мы обязаны ему жизнью. Человек в черном не будет последним. Наверное, все уже на корабле. И они забрали сходни. Ладно, на корабль можно попасть и без них. Взгляни на товары. Дело сделано. Куда Орион намерен плыть? Утренний свет еще не готов к плаванию. Это половина долга, сбитая в некое подобие корабля. Но если Ориону грозит опасность, мы должны защитить его. Стой, где стоишь, и высматривай вора, как велел Орион. Плохо себя чувствую. Но это не мрак. Thank you.
повсюду. Что? Мы готовы отдать свои жизни за Ориона! Неверный! Все излечатся.